До 30 сентября включительно работники иностранцы могут по-прежнему получать или продлять патенты и разрешения на работу в упрощенном порядке. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД России с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании своего правового положения. Это касается граждан всех государств, не имеющих по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в России. За консультацией обращаться в отдел по вопросам миграции по городу Нефтеюганску. Телефон 22 37 87.